депутаты проходят, все остальные разворачиваются. Ничего не разворачивается, это волюнтаризм. Это давление власти на оппозицию очередное. Зачитайте запрет. Здесь определены категории, которые допускаются на заседании. Читайте. Охрану убирайте свою и пропускайте нас всех. Николаевич, проходите сами в зал. Еще раз, это мои помощники, у них старость есть. Проходите. Они с удостоверением. Ну-ка быстро, пропустили. Прекратите устраивать провокации. Помощники должны пройти. Фойе будут сидеть. Фойе будут сидеть, смотрите. Они выполняют. Еще раз, вы почему? Значит, не начнет заседание. Вы, если вы провокацию такую устроите, не начнет заседание, мы будем обжаловать ваши действия в Следственном комитете тогда. Обжалуйте. Виктор Михайлович, послушайте, если вы их не пускаете в зал заседания, там же трансляция идет. Вы хотели в кабинет к себе? Да у нас кабинет 5 метров квадратных, они не повесят туда. А там специально телевизор за наши деньги установлен, налогоплательщик. Интернет. Там у нас на YouTube-канале трансляция. Какой у вас YouTube-канал? Депутаты, проходите на свои рабочие места. Виктория Михайловна, послушайте, вы приняли... Представители СМИ проходят. Послушайте сюда. А помощники послушайте сюда. Нет. Вы будете не в самом лучшем свете. То, что вы затыкаете рот оппозиции, вы не даете нам работать. Эти люди наделены статусом специальным. Закон о статусе депутата говорит их обязанности и права. И вы сейчас это попираете и нарушаете. Проходите в зал. Даже свое постановление. Вы слышите, что я вам говорю или нет? Я слышу. Ну и что? И что вы по этому поводу скажете? Помощники в зал не пройдут. Они не в зал. Фойе, пусть фойе ждут. Там есть черный вход, пошлите. Что такое? Все, остаемся здесь, остаемся, это был обман. Закрыли дверь сразу, как только мы прошли. Все, стоим, проходим. Это наши права. Какие черные входы вы здесь еще откопали? А везде обман один сплошной. Вы посмотрите, сколько депутатов стоит, ждет. Сколько единороссов ваших же стоит, ждет. И уважайте их. Уберите свои охраны. Тогда вы сорвете заседание Думы, если охрана не уйдет. Проводите своих депутатов, пропустите также других депутатов. Это вы пропустите? Заседание Думы. Это вы срываете заседание Думы. Фойе постановление пройти не запрещает. Почему вы помощникам запрещаете пройти в фойе? Прекратите провокацию, пустите нас всех, депутат на заседание Думы, помощников в фойе. Это не ваше дело, что они там будут делать. У нас каждому депутату по 15 помощников. 45 депутатов. Если каждый депутат проведет свою группу помощников, у нас нет вместимости зала. А здесь каждый провел? Здесь Николай не каждый провел. А давайте посмотрим, сколько. Второй вопрос. Лишнее, при условиях пандемии посчитаем. Обязан кинем руководитель по одному помощнику можно? У нас есть пропускной режим. Да, он установлен, не только вы уходите от вопроса. Я, как им разрешено в фойе находиться. Там для этого все условия. Я вам еще раз говорю, только те, которые... У нас 15 помощников по регламенту. Чем ваши помощники? Наши помощники борются с вашим режимом антинародным, который грабит народ каждый день, вынимая последнее, лишая этих крошек, которые остались. Какие у него. Кучу достижений, да? Кучу, да. Кучу, закон поменяли. Юлия Михайловна, вы свой стыд за маской не спрячете, имейте в виду. Вам это удобно очень всем. Солнышко мое, пойдем поработаем уже на благо избирателей. Давай. Какое я вам солнышко? Я. Через 5 минут начинается Дума. Алексей, что такое? Что такое? Опять провокация какая? Конечно. Не надо. Это опасно. Не надо с нами связываться. Лучше на Красную площадь прибил к себе что-нибудь там. Ты бы мне прибил? Нет, ты бы. Тебе прибил? На весь. Я прибью. И не только на Красной. Это угроза? Это предупреждение. Пропускай! 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 Ну что, происходит? Пускайте нас! Пропускайте нас! Ну пустите, председатель уже зайти не может из-за вас, а? Барбар, все, заходим! 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 Все заходим! Очередь! Очередь! Да что такое? Вы что со мной делаете, а? Прекратите! Прекратите! Это что такое? Меня бьют! Опять! Ай! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Что происходит? Ты что, как женщин кричишь? Я хотел внести ясность. Совет Думы в связи с заключительными мерами принял решение на Думу приглашать только тех, кто в рамках вопросов рассматривает.
всех остальных в связи с коронавирусом на основании решения совета не пропускать. А в фойе можно пройти? Не надумай, в фойе. Только здесь. Ну так это же не думай, это фойе, это холл. Я сказал все.